Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 20 июля 2023 года, 7 часов вечера, 23 градуса тепла. Тихо, спокойно, хорошо. Я занимаюсь капустой, мои дорогие друзья. Это сорт у меня Крюмон. Обрезаю боковые листья, немножко прореживаю. Для чего? Видите, начала заводиться такая вот живность. Поредит немножко, и внутри кое-где вырежу листочки. И по бокам обязательно, чтобы была вентиляция. Засуха у нас больше не предвидится, а дожди будут идти. И буду обливать лимонной кислотой не сегодня, а завтра. И я вам покажу. Так что нужно немножко убрать боковые листья. Обязательно. И здесь вот начинать обрезать помидоры. Вот. Так, это, я уже сказала, Крюмон и Лёжская зимняя. Видите, вот надо этот куст вырвать, выбросить. С него ничего не будет. Ну, а здесь прополоть место будет пустое. Отсаживать нечего. Это болезнь кила называется. Ну, остальная вроде бы ничего. Вот этой надо свободу дать кусту. Видите, завязывается. Здесь нет килы, здесь завязывается. Надо поредить немножко. Что-то получилось густовато. Крайние разрослись. И подавляют нижние, средние. Ну ладно, мои дорогие друзья, как обработаю, я обязательно вам покажу, как я порежу вот здесь, вот все вырежу нижние листья и в серединке, как сказала. Ну вот, мои дорогие друзья, сделала я обрезку листьев, внутри вы пообрезала, все пожелтевшие выбросила, так что моя капуста теперь дышит. Засухи у нас сейчас нету. Так что влаги будет предостаточно. Это я же снимаю уже на следующий день. Роса. Дожди у нас каждый день пошли. И буду обрабатывать обязательно лимонной кислотой. Лимонной. У меня начали уже на листочках появляться что-то непонятное. Капустка хорошая. Вот. Видите, какая хорошая капусточка. А теперь нужно там и мне еще обработать капусту, тоже повырезать листву, а то нужно, чтобы вентиляция была между листьями, а то обязательно будет слизней полно. Слизни любят, чтобы была густая листва, чтобы держалась постоянно влага. Засухи у нас не будет. Июль у нас дождливый. Вот 3 дня прошло, как сын косил. Видите, что творится. А тут у меня картошка забила всю мою капусту. Я сюда давно не заходила. Так. И что у меня здесь? Здесь у меня кила. Нужно убирать. Здесь кое-где завязывается. Короче, на этой стороне у меня капусты не будет. Здесь должна была картошка зайти, если я отсаживала. Не помню. Какая-то она не очень, чтобы очень. Надо траву прорвать. Вот она, кила. Ну вот куда мне эту листву выбрасывать? Жалко. Курочек у меня нету. Он колорад попался. Девочек у меня нету. Так что, мои дорогие друзья, придется, наверное, пару сеток покупать капусты на складе. Вот она, что фитофтора делает. Все жжет. Все жжет. Ну, ирисом пора уже листве сгорать. Так. Здесь кабачки разрослись. Ой, здесь... Здесь капусту мою забила картошкой. Сейчас росна, а вечером всю эту картошку откину от капусты. Видите, что? Все, срочно надо лимонкой лить. Срочно. И траву рвать. Молодой куст.
Вот они насели, варвары эти. Надо собрать да раздавить. Неприятно их собирать. Видите, у большого растения садить очень плохо. Отошли мои деревья. Все. Перестали болеть. Короче, я в этом году без капусты. Так, положу и подавлю. Я их так всегда вот делаю. Фу, неприятные какие. Ладно, потом, если будем покупать, покажу, какую капусту и буду покупать. Пока, мои дорогие друзья.